Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на 18-х квалификациях ESL NVIDIA Dota 2 Cup. Команды, занявшие первые две строчки, получают квоты в гранд-финал, где будет разыграно $1500. Я Гиксан из студии Wake TV, желаем вам приятного просмотра. Итак, мы переходим к стадии пикабанов. Встречаются у нас две команды: Asperia Multigaming и Yellow Submarine. Пройдемся быстренько по банам. Уже идет вторая стадия банов. Asperia у нас банят Дума, Вайда, Найкса, и четвертый бан за ними. Yellow Submarine же у нас забанили Феникса, Бистмастера, Баншу и Виспа. В первой стадии пиков Asperia взяли Тайдхантера и Свена, а Yellow Submarine взяли Дизраптора и Слардара. Что можно сказать? Все герои метовые. Тайдхантер замечательные рываги, особенно в лейте они зарешают. Ну и Свен, собственно, тоже очень популярный кэрри-герой в нынешней мете. Yellow Submarine же у нас показали пока что только суппортов. Ну, возможно, Слардар хардлейнер, возможно, и четвертая позиция. Дизраптор тоже у нас такой более лейтовый герой, когда он собирает аганим, рефрешер, как сегодня было на мажоре. LGD у нас играли против Liquid, и был очень богатый дизраптор, и действительно его ульты вместе с Тейтхантером в лейте делают драки, в принципе, команде. Рики тоже очень популярный сейчас герой, такой переходящий в кэрри. Все-таки не стоит его недооценивать. Если он начинает вначале разгоняться, то остановить его сложно. Конечно, вот два героя плотных у Asperia Multigaming. Тем не менее, Рики дает тучку, это Silence. Рики очень хороший ульт, который позволяет ему эвейдить те же станы, которые имеются у двух пикнутых героев. Ну и плюс, под минус армором Слардара в спину Рики будет нарезать очень-очень больно. Ждем мы третий пик от Asperia. Я думаю, сейчас возьмется саппорт. Спирит. Хорошо, я думаю, он будет помогать мидеру своей команды. Против Рики, наверное, тоже очень хорош. Сайленс, что не позволит уходить ему в инвиз. Ну и, в принципе, Рики не очень плотный герой. Но все-таки подозреваю, что Рики будет как Баунти Хантер помогать в миду. Но мы до сих пор не знаем, каких мидеров у нас будут брать. Но если посмотреть на Dota Buffy, то Yellow Submarine очень часто играют с инвокером и Квапой. Возможно, будут эти же герои. Ну, один из этих героев. В принципе, инвокер, я думаю, заходит всегда хорошо. Может даже быть и класс Вексовым, чтобы, например, тому же Тайдхантеру, у которого очень мало маны, выжигать ему всю ману и в драке, в принципе, не будет реведжа. Посмотрим, что у нас сделает. Что у нас возьмут Yellow Submarine. Возможно, сейчас это будет кэрри-герой в легкую линию. Да, Рейс Кинг. ВК неплохо будет переживать. Ну, например, дают рывагу, быстренько убивают его, а он ресается, как ни в чем не бывало. Что очень даже неплохо. Ну и по статам герой отличный. Встроенные криты, вампирик, стан. Вообще сейчас мета таких плотных героев, я не удивлюсь, если сейчас возьмут ДК еще Asperia.
Опять же, это много станов, у троих героев уже есть станы. Декач, четвертый стан. Reserve time. Ждем мы четвертый пик Асперии. Сейчас, секундочку. Так, затянулся у нас четвертый пик. Дазл. Хороший подсейв. Radiant Team Band. Подсейв, я бы сказал. Переживать прокаст вражеских героев. Плюс армор будет давать. То есть против слардаров также взять этот герой. Ну, чтобы как-то игнорировать. Ну и Савна, кстати, тоже отличный скилл. А Yellow Submarine сами банят инвокера. Не хотят его отдавать, потому что очень хорош против Рейскинга инвокерс. Ну, тот же класс Векс. И пятый бан от Asperia Multigaming. 10 seconds remaining. Timber Soul. Dire team pick. Maybe сегодня показал отличный перформанс на этом герое. Я думаю, теперь многие будут бояться Timber Soul, потому что нарезает он нереально. Самый большой дэмэдж на карте. 10 seconds remaining. Посмотрим, кого тогда у нас возьмут. Yellow Submarine и Asperia. Остались мидеры. Last пик остается за Yellow Submarine. Они могут, ну, взять контрпик. Выберут героя, которому будет приятнее стоять в миду против вражеского мидера. Остается меньше 10 секунд у Asperia. До последнего. И это пак. Да, пак неплохо, но тучка у Рики. С другой стороны, очень много контроля у Asperia. Нереально много. Это Dream Coil, это Рывага, это стан Свена, это стан Спирита. Да, неплохо. Плюс Silence тоже, да, 2 Silence имеется. Алхим? Да? Почему нет? Показали нам... Не знаю, ссылаться, конечно, на мажор не буду, но, в принципе, мы знаем, что алхимик такой герой, что в лейте он... Если ему дают фармить, в лейте он запаковать может не только себя, но и всю свою команду. Аганим на Дизраптора и в Райскинга — это очень сильно. Разбирают героев игроки, и мы перейдем непосредственно к игре. Ну, ставится сразу пауза, возможно, чтобы обсудить, кто куда. Открываем мы добитого отнята. Крипстатс. Сейчас команда вот обсуждает, на какую руну, видимо, идти. Здесь у нас рисуется. Посмотрим по кассетике. Думают, заблочить, видимо, хотят. Здесь вот. Ну, я говорю, явно идет обсуждение стратегии. То есть, кто, куда, зачем. Рейди пишет. Asperia пока что еще не готова. Странно, не отображаются здесь у нас теги команд. Они на пикабанах, я еще обратил на это внимание, но думал, что во время игры это все поправится. Гопи Штейтхантер. И начинают все активно закупаться и идти на линии. Хакон пишет оффлейн. Ну что ж, пройдемся по командам. Артас у нас играет на Врайскинге, ПСМ на Арике, Мэджикал на Алхимике, Матан на Дизрапторе и Хакона Флейн на Слардаре. Ну, Флейн как пояснил. Команда Yellow Submarine. Мейджор.
играет на Earth Spirit, АУ играет на свине, Crazy Bike, Tide Hunter, Мэй Пак и DA Dazzle. Команда Asperia Multigaming. Расходятся по рунам у нас команды. Слардар попробует хапнуть верхнюю руну. Возможно, Рики видел, как Вард поставил сюда Tide Hunter, возможно, нет, я не обратил на это внимания, пока листал команды. Но понимает Рики, что вся вражеская команда наверху дает инфу Слардару. Проверяет, хочет, наверное, заблочить вот этот вот спот. Потому что Тайдхантер, скорее всего, будет уходить в леса. И, наверное, стаки, чтобы свину не делали, будет тоже блочиться вот этот спот. Ну, спокойно у нас подходят мидеры к рунам. Разбираются руны. Начинается у нас игра. Пошли первые крипы. Стоит Рошан. Ну, ладно. Эспирит покатился на шаре, чтобы застопить крипочков. Израптор тоже стопает своему мидеру крипов, чтобы линия не так далеко зашла. Срастается сентряк против Рики. Курьер уже пополз. Видно, им управляют. Но Рики не собирается еще. Сразу вкатывается мейджор. Метеор. На мэджикала. Будет помогать Пак, хотя, мне кажется, Пак будет и так неплохо стоять против... против алхимика. У него 3-0 пока что. Алхимика 1-0. Но, правда, крипы еще стоят. Запушилась немножко линия. Пока что Пак мешает фармить алхимику. Ему приходится есть тангуса. Принимаются попытки выхода. Тут центрячок стоит. Вард разбили, но Тайдхантер съел центряк. Ставится Вард здесь. Ну, в харде что пришел Эспирит, попытались забрать Хакона, но видим дал станчик, и все обошлось. Алхимик качнул тучку, и вот теперь ему будет уже полегче. Уже полегче. Под тучкой стоит, она дает минус армор. 4 армора снимает, учитывая, что у Пака всего 3, ему довольно больно. Ну и начинает потихонечку догонять алхимик. Пака 10-2 и 7-0. Так, Слардар далеко зашел. Свен прожимает Варкрай. Не стали гнаться, нужно возвращаться Свену и фармить. Погони тоже невыгодно ему. Яд сейчас Poison Touch, если достанет, то, возможно, побьет. Да, достает Poison Touch. Пак, возможно, да, покидает арбу на ход. Попадает арбой. Silence. First Blood. Для Мэя на Хаконе. Неплохо, не пришлось даже никуда идти, чтобы сделать ФБ, но тут уже Рики дает тычку, хороший подкид. Рики уходит на лоу ХП, уходит ли, еще непонятно. Пак, возможно, сейчас попадет арбой. Пак, но нет, арбу оставляет на подсыпь. Кидает арбу, пытается попасть. Подхилил немножко его Дазл, Пак возвращается к фарму. Ну, у нас спокойненько на фрифарме стоит себе Артас. Ну, особо не погоняешь Тайдхантера. А Шелл вкачен, там, если что, скинет. Ну, хотя там граница-то 600. Не так уж. Легко нанести 600 урона за сколько там секунд? За 6. На такой стадии довольно сложно. Батл у нас Пак. Ну, Алхим неудивительно, что уже с батлом. Ну вот, несмотря... А, Алхим уже обгоняет. 14-0. 13-3 у Пака. Но алхимик еще и с пассивочкой. Он берет ее на 2. Он получает гораздо больше золота. Ой-ой-ой-ой, это же... Просто пришел, принес 300 голды. Принес 300 голды Мэю. Приятненько. Немножко фидят лидера Asperia Multigaming. Пока что счет 0-2. Ну, химику, если ему еще кто-нибудь постакает, то вот лучше Рики, наверное, пошел бы сейчас постакал. Но, блин, Рики, да, стакать. Пока на первом левеле 6 секунд еще есть возможность. Помазал он своего оффлейнера ласочкой. И идут драться за руну. Выходит Рики вперед.
И выходит также Хакон. И стан. Пушка. И... Хватило, не хватило. Алхим еще берет руну богатства. Получает очень много золота. Этот, ну, нападение у нас тем временем на Тайдхантера. Карта появляется, так как дерутся по всех частях карты. Но Тайдхантер ничего не боится. Аркейн руну на, у Дизраптора. Спамит скиллами. Свен забирает Рикки. Вот здесь я пропустил этот момент. Дасты указались у ее спирита, дал он даст, изи фраг. Стандартная прокачка Свен через сплэш, ничего удивительного. Сейчас купит доминатор, будет вот здесь делать со стаки. Два нулика у Пака, будет он выходить в Вейл в Дискорд. Ну, тоже стандартный артефакт, делать дабл стак спирит. Райскин продолжает рефармить. 31 на 16, у Свена 30 на 5. Свен. Но у Свена еще есть враг. У Аркаса пока что по нулям. Плюс Свеном, Свеном все-таки попроще фармить. Ты потом наделаешь себе стаки. И получше оверфарм. Но тут есть алхимик, который тоже в сторону и укатывается далеко. Спирит прожимается, толкает спирит алхимик. Алхимик бегает, его кайтит, он не знает, куда ему деться. Нашел себе цель, кидается орб, и на орбе улетает пак. Просто потыкали друг друга и разошлись. Алхимик дальше фарм. Пропустил крепочка, но заденаил своего. Увидели здесь отвод Тайдхантера, и Артас приходит и начинает фармить. Здесь у нас уже стаки. Тройной стак, я так понимаю, да. Три больших крипа. Рикки заходит, видит Пака и попробует забрать руну. Видит алхимика Пак и решает отступить. Понял, что не по шансам. Наверное, пойдет на верхнюю руну. Тут вард стоял. Рикки сразу его скушал. Пойдет, скорее всего, Пак за верхнюю руну. Сейчас даст рифт и идет. Да? Конечно, ага, а там уже Хакон. Ждет добычу. Зачем-то дал стан. А, ну логично, да. 300 голды алхимику, очень приятно. Я, правда, не понял. Видимо, стан от спирита, что если он вкатится, чтобы сразу не заставить, и он не смог забрать руну. Продолжает фармить Артес. Все, очень ровно идут Свен и Артас, но вот смотрю, это у него еще плюс лесные крепочки. За них, конечно, поменьше дают. Но и у Артаса вот здесь, скорее всего, тоже были крепочки здесь. Заблочили. Зашли за вышку и пытаются убить Тайдхантера. Очень он плотный из-за шелла. Приходится отступить, ведет ТП, но тут же Глимс. Дазл улетает обратно на топ. Дайвят, дайвят. Йелу субмарин под вышку. Но решили запушить. Хотя пассивка в райскин, да? Пак убивает тем временем у нас Рикки. Рикки снова приходит на фарт и умирает. Пока что очень легкий фраг для Пака, учитывая, что он 7,5 левел, а Рикки только 3,5. И у него очень мало хп, статы у Рикки очень низкие. Всего 600 хп. Но у Пака и тычка 90 уже почти. И скиллы наносят приличный урон, плюс дают сайленс, не позволяя ему уходить в инвиз. А алхимик уходит в лес. Наверное, будет армлет. Стандартный тоже билд, ничего нового. Армлет Радианс, скорее всего. Пак отпушил, точнее, запушил линию, ждет крипочков. Зафармили уже через Battlecry. О, через God Strange. Battlecry. Свен делает себе стак. И также его зафармит. Доминатор уже делает свое дело. Алхимик берет ТД и тоже, наверное, вернет. Вот уже армлет. Понял. А, ТП-шка, наверное. Рикки будет ждать. Ну, хочет отдать руну алхимику и подождать, может, вдруг кто-нибудь подойдет. Пак продолжает фармить, да, он выходит у нас в Вейл Дискорд, вот уже даже покупается. В общем, ценность. Но алхимик это неудивительно, учитывая, что особо его не убивали, у него даже один фраг есть. Он на первом месте по нетворсу. На втором месте у нас это Артас. Тоже стоял на фрифарме, и Свен за ним сразу. Ну, очень маленькая разница, но не забываем вот про эти стаки. До сих пор не заблочил или Рикки какой-нибудь с вардом прошел, да, заблочил. Вот он показывает, что Свен сейчас пойдет фармить стаки.
Может быть, ворвемся туда. Но здесь команда уже ждет. Ждет свена. Будут его охранять. ГДС есть у свена. Скорее всего, сейчас будет прожиматься ульт и фармиться в переходчике. Хантеры дела обстоят. Хотя получше, чем у Рики. У Рики 0-3. 1. Все, по ногам три хантера. Ну, на самом деле, разница не очень большая между их нетворсами. И тяжелая участь саппортов. Единственные саппорты. Ну, хотя здесь еще есть и спирит, но он такой. Саппорт, он больше денег получает. Все-таки ему нужны артефакты. Да, от Дазла самое главное ульт. Вот. Ну, его все скиллы важны, но ему артефакты не так важны, чтобы давать. Катнуться у нас спирит на Драптора. Хотел без раптора получить шестой уровень, постоять, но сразу ТП-шки у нас на топ идут. Эти три нолики умирают. На Свена было нападение, не вышло его убить. Вот минус армор. Стан еще без поклона. Уже вот он ТВ. Два. Плохой. Ревидж. Удачно. Меняет ТП-шку. Райс Кинг делал. Обратим внимание. Драптор здесь. Помогает. Прикроет, если что, Зардара, если порвется какой-нибудь пак. Больше его прорвать, в принципе, некому. Но вот с Дискордом и фармить паку попроще. Он линию очень легко отпушивает, если дает Дискорд на крипов. Ну и в драке берстит дэмэдж. Здесь вот уже зафармили разок. Получается. А, нет. Три стака. Свен, видимо, пока была драка, не стак. Ну, не догнать. Алхимика, конечно, не догнать. Слишком уж он... У него такие скиллы на разгон очень сильные. Делают здесь еще стаки для него. Сейчас он будет под точку заводить крипов. Фармит. Рики на хосте бежит вниз. Здесь стоит в центре. Рики получит свою игру. Стоит, да, действительно стоит и ждет. Получает шестой уровень, ставит вард, все ему видно. Они будут сюда подтягиваться, я думаю. Просто постелит немножко экспы Рики и уйдет. Ну, очень хорошо, да, почти вау, привалил. Вот курьер летит здесь с вардами, с клеткой. Арта забирает вышку. Ну, наверху спирит тоже получает немножко денежки. Ему это тоже важно. Это рейндроп. Летит курьер в тайны. Скорее всего, сакрет уже будет покупаться для алхимика. Да, 4300 у него. Вот он покупает сакрет. Сейчас, если еще какая-нибудь памяти руна, то будет совсем скоро. Ну, иллюзии, к сожалению. Тем не менее, он сейчас пару крипочек. Ну, вот, наверное, вот зафармит лесок немножко. Вот еще на линии. И будет рецепт на Radiance, и тогда алхимик еще сильнее ускорится по фарму. И будет отрываться он и так на 2000, несмотря на то, что Свен зафармил стаки эншентов. Все равно алхимик впереди. Слишком уж. Тем более пассивка на 4. Такого, конечно, алхимика не обогнать. Нападение идет на Тайхантер, а Тайхантер, я думаю, умрет. Да, Рики забирает, для Рики важный фрагер. Ему нужен кинг диффузай, он будет пака, ее спирита в соло забирать. Пак у нас отключается от игры, видимо, какие-то проблемы с интернетом. Подождем пака, ставится пауза, никак не объясняет пока что ситуацию. Ну, отключился, значит, проблема. Предлагает, видимо, здесь смог нажать и пойти. И проверить, есть ли здесь варт, я думаю. О, так уже чуть-чуть осталось Хакону до блинка, я думаю, так и будет. Вот сейчас дофармит Слардар блинк, соберутся где-нибудь вот здесь в своем, возле своего спота эншентов, ну точнее вот здесь вот, между вот этими двумя спотами для варда, для вардов, и прожмут смоук. Так, ну, у Эспирита уже есть арканы и урна. Чувствует он себя, в принципе, неплохо. У него почти... Ну, у него даже больше, чем у Тайтхантера. Но Тайтхантер умер сейчас. Потерял деньги. Сколько он потерял? Ну, тут не видно. Но, тем не менее, потерял.
посмотрим пока по графикам. Почти 1000 ведут по опыту Yellow Submarine и почти 3000, да? Без 30 голды 3000 ведут по голде. Ждем, когда переподключится пак. Свен у нас с саблей, да, тоже. Ну, стандартно все, стандартные билды, пока ничего нового не придумывают. А зачем что-то придумывать, если это работает? Пак сейчас будет, думаю, в блинк выходить. Нужна инициация. Нужен блинк на тайде, либо блинк на пати, чтобы пак мог прыгать и давать свой ульт. Дримкойл. Между нами. Что сейчас будет интересно делать команды? Ну, Свен будет продолжать делать стаки. Свен немножко уже обогнал, наконец-таки, у Райскинга. Но в Райскинг тут отвлекался на килл. Г пишет Crazy Bike. И пауза отжимается. Но Пак снова отключается от игры. И Свен ставит паузу. Какие-то проблемы, видимо, у Пака с интернетом. Может быть, что-то с сервером. Да нет. Потери нет. Но если бы были потери, я думаю, уже бы все об этом написали. Снова у нас пауза. Ну, конечно, не очень приятно пауза, но с другой стороны, это дает время для команд обсудить стратегию. Что им делать? Какие ключевые артефакты? Ну, я думаю, вот какие ключевые артефакты у нас у Асперии. Что у нас? Блинк на Паке, блинк на Тайде, возможно, блинк на Свене, либо БКБ. Но БКБ, не знаю, минус армор все равно будет вешаться. От станов, да, в принципе, банка Алхимика и стану Райскинга. Плюс ульт Дизраптора не будет действовать, пока он без огонева, можно и в нем нажать будет. Всегда БКБ. Не, БКБ, конечно, будет очень хорошо заходить на Свена, но и блинк... Хотя, в принципе, Пак всегда поддержит героев, а Свен на Варкрае добежит. Возвращается Пак и сразу пишется Go. И отжимается пауза. Продолжается у нас игра между командами Yellow Submarine и Asperia Multi Gaming. Стакнет сейчас здесь Дазл. Ну, для Свена можно все стакать. Только рад будет. Я не понимаю, почему до сих пор не забанили Эншентов. Видимо, считают, что они такой уж это и буст для Свена. Также и Тайтхантер может пофармить. Смог сейчас будет прижиматься, скорее всего. Да, смог. Но Тайда, не знаю, специально или нет. И снова у нас Пак отпадает. Ну что ж такое? Извиняется Crazy Bike за своего тиммейта. Какие-то проблемы у него. С интернетом, видимо. Не знаю, специально не попали, будут ли байтить на Тайтхантера, но... Если Тайтхантер просто пойдет бить вышку, я думаю, будет очевидно, что... Он здесь не один. И нет, сломался. Ну да, неприятно, когда посреди игры у тебя пропадает интернет. Ну, будем надеяться, что Пак исправит эту ситуацию. Ну, заходят в чужой лес Дазл и Спирит вместе с Паком. Когда он вернется. Тайтхантер, к сожалению, у нас без мака. Но я думаю, он пойдет, вот если заходить в чужой лес. Как раз таки Дизраптор будет... Ой, Тайтхантер будет заходить у нас первым без мака. В надежде, что тут есть вард и спалят то, как Тайтхантер заходит в чужой лес. И на этом подловить его. Но он будет не один. Я думаю, план такой. Меку собирает Тайтхантер. Не блинк.
В принципе, сейчас такая вот мета тоже пошла, что первым артефактом, как и на Энигму, собирают грейсы, как бы ходит Энигма, ходит Тайдхантер, и все его боятся. Боятся, что вот-вот он нажмет заветную кнопку, заветный ульт. Поэтому, как бы, блинк. И не... Ну и плюс драки вначале можно гораздо эффективнее проводить, если у тебя есть грейсы. Мидас у нас, кстати, и блинк у Райскин Гай, что по артефактам совсем не прохожу. И, скорее всего, свиток летит уже на Рейдианс, да. Свиток на Рейдианс, и алхимик будет еще больше разгоняться. Сейчас он не так далеко, всего лишь 2000, но это учитывая стаки вот на Эншентах, и еще делаются стаки, как я уже говорил. Посмотрим, что у нас предпримут сейчас с этим, что у нас сделают с этим смоком Асперия, и будет ли он удачным. В принципе, с Дискордом, с прокастом Эспирита, замакшен у него Смэш, Балдер. Ну и ульт уже имеется, Магнитайз, а под Магнитайз и Дискорд это очень сильно. Рэди пишет Артас, Yellow Submarine Рэди. Будет прожиматься Мидас. Двардом у нас Слардар. Но не отжимает пока что паузу, к сожалению. Асперия Мультигейминг. Пауза отжимается. Гоу. Пишет Crazy Bike, и сразу же пауза отжимается. Продолжение у нас игры карты между Yellow Submarine и Asperia Multigaming. Все-таки идут по миду, спак. Ну, видимо, из-за того, что не попал смог. А, чисто саппорты. Поставили здесь у нас Vision. Должны понять, что это копия, потому что смог не спал. Ну вот же настоящий. А они подумали, что смог спал и решили, что он настоящий, а на самом деле он просто был здесь. Как неудачно, очень неудачно. Вышку, возможно, заберут. С Радиансом копии глимсует у нас Спирит, дается танк его. Дэвидж неплохой, задевает Артаса и также Бринкойл. Блинкуется Артас, убивает Дазла, умирает ее Спирит. Неплохой. Также неплохой Дримкойл, держит на месте трех героев, но умирает, к сожалению, Пак. И все. Без Свена дрались, а... Yellow Submarine дрались полным составом. Возможно, сейчас Рикки пойдет и попробует найти Свена. Но Свен осторожно очень стоит подальше, отвел крипов. Тут очевидно будет собираться Т1. Перетягивается на топ у нас Yellow Submarine, и, возможно, Свен сейчас подстрянет. Если увидит его Слардар, блинканется, даст минус армор. Нет, из-за ночи. Ну, Свен понимает, что сюда стягиваются. Также и Yellow Submarine понимает, что Свен спрятан там. Рикки сейчас может стрять, но он выходит из Вижена, вышки. И станчик. Станчик у нас дает Артас. Тут же тучка, дочит его, не может он выйти из этой тучки. Там на спокойно, и Сапор сбивает, да? Смак отлетает. Ульта у нас дизраптора, а не... Ну, в смысле, Yellow Submarine-овский дизраптора. Чтобы станчик не мог дать Свен. Понимает, что идут на помощь к Свену, но не успеют его спасти. Реведжа нету, я думаю, Тайду лучше просто уходить отсюда, чтобы его тоже не убили. Дедос как бы. Да нет, я не думаю, что какой-то дедос. 2016-м. По-другому не умеем побеждать. Приятно, когда команды нас очень позитивно настроены. Тут же пишет Рэйди. Ну, Пак отключается сразу же от игры. Да, возможно, как мне порекомендовали в чате, сделать музыкальную паузу. Сейчас еще минутку подождем, если Пак не восстановит интернет-соединение, то, наверное, сделаем небольшую паузу. Можно рекламку будет крутануть. И вернемся к игре уже, когда Пак у нас
когда у Пака будет стабильный интернет. Не хотелось бы, чтобы игра так заканчивалась. Я думаю, неприятно обеим командам. Ну, Yellow Submarine будет поприятнее, они все-таки без боя прошли. Ну, если это случится. А вот Asperia Multigaming, конечно, не очень приятно будет так закончить игру. Ну, вот Пак переподключается, и мы надеемся, что игра продолжится. Моргают. Понимают, что здесь есть остальные герои вражеской команды. Мне кажется, просто сейчас продадут свина, и мне кажется, ну, стоит уходить Тейтхантер. Го. Я надеюсь, что это го уже такое окончательное. Ну да, свин уходит. Блинки, конечно, не все. Хотя нет, смотрите, хороший пилушник. Китайц по двоим. Сайленс. Глимсует у нас Пака. Пак. Пак арбу успел кинуть и возвращается. Кстати, глимсует по двоим, неплохой. Дается Грейв на... Отсюда тучка. Стан, он умирает. Пак тоже подстрял. Сайленс его хороший. Вики дает тучку. Гонится за ним, и он дает арбу. Идет, идет. Ага, он ловушку сам себя загнал. Телепортируется прямо к Райскому. И это 3 в 1. Хороший размен для Yellow Submarine. Убрали двух кор-героев. Квантика до сих пор не появляется, потому что здесь еще... Возможно, да, нападение на Фазара и нападение на Дазла. Минус армор. Стан и Дазл в таверну. Рики хочет постелить крипов, но Икспун там забирается, естественно, вышка. И Травелау на алхимике, чтобы побыстрее телепортироваться между линиями, не тратить уже деньги на ТПшки. Плюс это освобождает слот. Ну, вот тех же ТПшек. Хоста. Можно прожать, побежать вниз и попробовать забрать баунти руну. Вот СВ приходит на эншентов. Конечно, всего два стака, но он их зафармит и тут же появится следующий. Как бы он успеет их зафармить. Вот о чем я говорил, дается дискорд, кидается орб. И крипы умирают очень легко. Заходит, ну, баунти руна осталось даже. Сколько у нас за нее получит алхимик? 4500 голды. 500 голды на 17-й минуте. С одной баунти руны. У нас далеко уже отрывается алхимик по фарму. Не мудрено. Хороший вижен. Видит здесь, ну, сейчас, конечно, упадет вард. Тем не менее, видит, что сейчас делает Пак, что сейчас делает команда. Показывают, что все они прижаты к базе. Не может никак некуда собирать Тейтхантер, негде ему практически фармить. Все забирают кор героя. Здесь вместе с алхимиком фармится стаки. Видимо, сейчас будет прожиматься смок, да. Имеет смок. Вот сразу прожимает смок и побежали. Побежали на Пака. Будут пытаться забрать Пака. Я думаю, вперед нужно идти Рики, чтобы он давал тучку, но Пак откинулся. Не отпушил линию и ушел. Грамотно отключает у нас Радианс алхимик. Говорят Артусу, иди к нам. Маркус приезжает, да? Сейчас, наверное, будет продаваться топорик. Как бы не хотелось его продавать, тем не менее придется. Да, он продает топорик, покупает две ТПшки и всегда на готове перелететь своим тиммейтом. Подпушить линию. Пока вся команда остальная на боте. Засада готовится. Селедка в позиции. Ну, дизраптор уходит. Понимают они, что будут пушить их мид и забирать Т1 Тауэр. Поэтому они оттягиваются. Но здесь хорошие варты, будут видны все передвижения. Я думаю, Глиф сейчас прожмется. Да, летит сюда уже в Брайскин, кстати, смотря, чтобы убить. Останутся Дазла, и Дазл умирает. Но успевает дать на себя грейс. Убирает станет просто там все в Дазла. Но успевает он дать яд. Да, убит Рэвидж. Плохой по троим, очень даже хороший. И быстро он успевает Хакона. По Китайс уже по двоим дается стан. Пока хороший ум. Кстати, шторм у нас дизрапторы. Закрывает их двоих. По Китайс по всем уже. Всем четверым, но станчик ловит. И тоже в таверну. Дабл килл алхимик. Теряет одного Слардара. Ну, это его задача. Он должен прыгать и танчить. Блин, покупать с вами, чтобы врываться на своих оппонентов.
Ну и все-таки выйдить нападение на себя, там, селедку. Селедка всегда проще, чем пинком. Что-то 2, но здесь Backdoor Protection. Вот подошли крипы. И сейчас начнется Стиклотавра. Таура. Не ощущает под армлетом даже. Нет, слишком хорошо. Т2 у нас канула в лето. Не знаю, даже это может хороший замес от Асперия. Нужен Рейвидж по пятерым, Пак дает Римкоил по пятерым, Сайленс по пятерым, и все это под Вейлом. Пак дает минус армор, прыгает Свен. Нашли у нас здесь Раптора. Попадает стан, минус армор. Идет дальше Пак, пытаются все убить Дизраптора, но Дизраптора засейвили. Срастянулась очень сильно драка, лыжники летят. Рейв после Дазл вешает, умрет он здесь, и также умирает у нас Спирит. Пак летит на армию, его буксует, очень так. Штан, шторм, все, Пак у нас умирает. Удачно вернулся Дизраптор, и погоня теперь за свином банка. Два стана сразу, ключик, без шансов. Трипл килл. Очередное оформляет алхимию. Дабл килл, трипл килл. Следующий будет у нас ультракилл. На хасте бегает химик. Манта, и будут заходить на Рокана под минус армором. Будет очень легко забираться. Сейчас еще висит спрей. Плюс 17 армора, бедный Рокан. Какой он будет забирать. Летули по 500 дэмэджа. Рэвидж сейчас будет. И уже мека почти есть, Миказм, когда будет у Дейкастера, немножко все-таки полегче подбираться. У нас у Алхимика есть. А Егис Курьер улетает, не хочет забирать ботл. Странно. Ну ладно. Для Алхимика 300 голды, видимо, не так важны. Согревает себя крепочка. И фармит их под Радиансом. Дейкхантер почти уже накопил рецепт. Меки. Да, вот сейчас докапают последние монетки. Дизраптор динает тавер в миду. Никакой голды не дают своим оппонентам Yellow Submarine. Также дефает Рикио топ. Хотел забрать крипочка Ренджова, но не хватило. Бил бы в спину. Вот, в спину ударил, и сразу хватает дамеджа. Флордар берет руну волшебства. А, он бутылку забрал, походу. Коконовскую, да? О, Мэджикала. Флордар ее поиспользует. Вот он даже на такой стадии игры всегда неплохо. Особенно для героев с небольшим монопулом. КТС режет 3,5 секунды. Минус армор стоит 15 маны. Станчик 69 и КД всего лишь 5,6. Смок, наверное, буду сейчас поджимать. Да, смок имеется у Дизраптора. С Аркейн Рун вообще очень приятно будет воевать. Длительность оглушения 2,5 и 5,6 КД. И вот он, план капкан. Рики тоже будет подтягиваться. Рики, походу, выходит в Кирасу. А, нет, это Лотусорб. Лотусорб уходит Рики. Тут же у нас врывается на стан, еще один стан. Тихо его сбивают. Хорошо вкатывается. Рэвидж по троим. Крипкоил по троим. Нападает на спирит, оно вешается на него грейв. Погонят за Сайдхантером, его блинксует. Ой-ой-ой, сейчас еще встрянет у нас с Раптором, под минус армором больно получает, его сейвит. Нет, убивает, играет также в бейскип. Новость ультимейт, возвращается к драку. Все. Т2, размен 4 в 1. И потеряли всего лишь одного саппорта, вот раз даже Акон не умер. Шикал за Егисом, не боится, заходит на хайграунд. Здесь будет ломаться Т3 Тауэр. Знаю, что здесь Рики дается Сайленс, стан, выйдется. Форстаф собирает Пак. Ну, стучка, что Форстаф это все-таки это понадежнее, чем Блинк. Да, откидывается арбом, Рики блинкуется. Откидывается арбом. Пак, Рики блинкуется и отходит. Будут ли забивать Тауэр? Нет, будет динается Тауэр, скорее всего, на Хантер. Продолжает нападение, где-то у нас Рики будет продавать Рики, в него много дали.
еще по Racing Watch, уйти, блин, путь салон и идет к своей команде. А команда-то уже здесь. Хо-хо-хо, с одного крита, да, но почти умирает вовремя, вешает на себя Грей. Подцепили у нас свина, дают него стан и всевозможно. Ему очень больно, дискалятор в рейсинга под таким с армором величайшим. Герои просто рассыпаются. ГГ, ВП, бьют Аспери, но тут уже очень сложно драться. Слишком много контроля, минус армора. Дискалятор дает 7.8. Очень больно. Ну что ж, Yellow Submarine у нас проходят дальше по сетке. С чем мы их поздравляем. К сожалению, Aspire Major инвайт не могу с... Ну ладно. Не совсем понял, что это значит. Понял. Что ж, закончилась у нас игра. Будем ждать следующей игры, когда у нас будут обе команды готовы. Пока что у нас небольшая пауза, и как только начнется игра, мы сразу же вернемся. Всем спасибо, что были с нами. Приятного вечера и возвращайтесь.